вас наверняка интересует вопрос, где я сейчас нахожусь. Что-то как-то не по мне. Любой может приехать сюда и насладиться таким же офигенным пейзажем. Влоги, они должны быть более такие живописные, и в них должно быть больше того, что я сейчас делаю, а именно разговоров. Посмотрите на всю эту красоту и без комментариев. Вон моя собственная яхта. Я не шучу. Офигительный отель «Ривьера». Блин, давно я в Казани не был, если честно, ребятки. Вообще, почаще надо выезжать летом отдыхать, это 100%. И влоги именно для этого существуют, чтобы те, кто сидит дома, постоянно не имеют возможности куда-то выехать, посмотрели, как это хотя бы выглядит со стороны. Вот. Ну, в общем, наслаждайтесь, что ж, постараюсь вам устроить офигенную картинку и приятный виртуальный тур. В данный момент я нахожусь напротив Казанского федерального университета, а вот прямо перед ним находится вот такой вот живописный пейзаж. Да, Казань — это реально прекрасное место. Так что те, кто здесь еще не побывал, обязательно советую сюда сходить. Хотя бы ради наслаждения такого красотища. Но даже в самую солнечную погоду есть место вот такому явлению, как дождь. Не очень приятно, но свежо. Дождик, дождик. Да, почти не промок, но все равно прикольно.
Вот ради таких моментов и стоит жить. Просто зацените этот нереальный видос. Да ну их эти ваши Дубаи, мама, я в Казани. Мама, я в Казани, 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 и пусть все об этом знают.